сегодня, друзья, особенный день. У Димончика. Мы пьем минту. День рождения. Ему сегодня 30 лет. Да. В каждом своем видео я стараюсь показывать какие-то места, потому что если я не буду показывать места, то это будет не путешественник, а 99-го года. Просто, блядь, алкоголик. Да. Попытка дожить до 30. Я дожил. Я теперь могу позволить себе пить минту прямо в парке интернационалистов. Он вообще не хотел сегодня никуда идти. Хотел сидеть дома. Да. Вот. Ну, что сказать? Давай пить. Ой, одна. Одна. Ну, ты пошли, вроде, так же. Должна. Ты. Ну, днем рождения. Спасибо. С юбилеем, я даже сказал. Друзей без меня. Хуже, чем... Минта — это теперь наш лучший напиток, самый любимый. Да вам самый охуенный, душевный. Его можно просто с трубочкой ходить, да не надо никаких стаканов, никаких закусок. Снегом он грязным зажевал, да. Проебал человека. Может быть, кто-то в районе континента на Звездной находил черный Айкос в оранжевом чехле с оранжевой насадочкой на держателе. Верните, пожалуйста, обратно в магазин Айкоса. Мне он больше не нужен. Димон тут как-то жаловался по поводу Пушкина. Говорил мне, что вел себя скверно. И типа ему стыдно. Типа он просит прощения. Но... Типа да. Ну я считаю, что все это фигня. Это прекрасная серия. Да. Там мы задеваем чувства верующих. Да. Там мы задеваем чувство неверующих. Чувство людей, которые, ну, не любят, когда мусорят. Да. Там было нецензурщина, да. Но это, блин, было смешно. Это, может, и не было смешно со стороны, но это было смешно изнутри. Да. Это было весело, я бы сказал. Ну, нам, типа, стыдно. Ну, не, ладно, нам стыдно. Ему стыдно. Не, стыдно. Да, Андрей, это что? Киев вот. В трубу не кидал, голым не танцевал. Я на стол залез. Самокатом бабок не пугал. Вот, но это была такая смешная серия. Посмотрите, если не смотрели. Короче, мы идем на крутую дискотеку отмечать Димоновый день рождения. Ты снимаешь игру? Да. Короче, игра. Как сказал Димон, завязанная на музыке, на звуках. Вот это вот наша дискотека, нас тут четверо. Я, Димон и два пса. И мы в 30 лет устраиваем ад. Здесь у Димы с Мишей на холодильнике куча магнитиков. Как выясняется, Михаил путешественник. Охуевший крутой. Значит, он был в Венеции. Витебске. Кстати, Псков, Витебск. Таллин. О, в Таллине он уже не в первый раз. Брослав это Белоруссия же? Да. Брянск это не Белоруссия. Флоренция. А, да ладно. Болонья или как? А, это все итальянские, да. Вот с его месячного. Блин, сохранились бы фотографии. Сохранились бы фотки. Было вообще круто. В Вильнюсе Миха был миллион раз. Пиза. Пицца. Ну, естественно, Пешт. Будда нету. А вот Рим. А это что? А это Турция, это война. Да. Вот так вот. Так что я отдыхаю. Короче. О, это стол. На столе. В первую очередь минта, естественно. Салатики. Колбаса. Паштет. И самое главное, вот такие вот рюмочки. Что это за рюмки? Это рюмки, привезенные нам подругой из Калмыкии. Которые символизируют знаки зодиака. Ой, нет, не знаки зодиака, а по китайскому этому гороскопу. Крыса это Дашка, я змея. Угу. Ну, Даша уехала на Байкал на мой день рождения, поэтому мы с Андреем будем... Я крыса.
Ах ты крыса. Хотя я козел. Вот такой у нас богатый, охуенный стол. Можно обмазываться сыром. Так, ну все. Дальше. Дальше мы смотрим Джона Вика второго и все. До свидания.